Итак, друзья, пришел к гаражу, хочу вскипятить чай. Вскипячу воду сейчас в чайнике и залью в термос. А кипятить буду, смотрите, использовать вот такую вот печку. Буду первый раз ее подключать. Еще ни разу не пробовал. Она называется как-то турбопечка или ракетная печка, ребята ее называют. Вот, с этой стороны загружаются дрова, с другой стороны вот такое вот поддувало. Вот сейчас зажгу. И посмотрим, насколько быстро она вскипятит чайник воды. Печка разгорелась. Вот стоит чайник с водой. Итак, друзья, чайник закипел. Вода кипит. Ну, не чайник, а пол чайника. Пол чайника, да, пол чайника закипело. Сейчас заливаю в термос. Дров спалили, давай. Немерено. Варите. Так, снимаем. И сейчас будем заливать в термос.